Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова Рим, а сегодня у нас первый взгляд игры под названием Life of Feodal – Forest Village. В общем говоря, игра недавно вышла, и она очень сильно похожа на игру. Помните, мы с вами когда-то снимали Банишек? Я не знаю, может быть, это один и тот же человек делал, а может быть, это просто они взяли кое-какие идеи оттуда. Если честно, не знаю. Напишите в комментариях, как вы думаете насчет этого. Может быть, вы уже играли. Здесь, ребята, отмечу, музыка просто невероятная. Вы знаете, да, что я оцениваю игры не только по графике, по геймплею, но еще и по музыкальному сопровождению. Ну что ж, давайте я, в принципе, обучение не проходил. Я вообще впервые игру эту запускаю. Давайте деревню назовем, не знаю, там, Клюква, наверное, да? Хорошая деревня будет. Так. Ландшафт получается вот так вот. А мы будем появляться вот здесь. Вот-вот, как раз возле моря, да, получается. Мы будем на острове на каком-то. Размер карты сделаем маленький пока что. Рельеф. Холмы. Равнины. Либо горы. Кстати, хорошие, да? Давайте холмы просто сделаем. Климат сделаем мягкий, либо суровый. Может быть, суровый сделаем? А давайте сделаем климат суровый, да? По хардкору. Ну что ж, господа, надеваем строительные каски. Всем вам приятного просмотра. Мы начинаем. Игра, напомню, недавно прям вышла. И она такая, знаете, позитивная. И все, блин, так красиво. Графика простая. Я думаю, на самых слабых ПК эта игра просто будет взлетать. Я выкручу максимум. И мы начинаем. Так, нажимаем на пробел сразу. Да, пробел работает. Это у нас правая кнопка мыши. Вот так вот можно крутить камерой. Можно даже приблизить до максимума. Вы посмотрите, какая красота. А эти наши жители. Перед нами показывается статистика. Так, это наша клюква. Деревня. И градус минус 4 по Цельсию. Так. Взрослых у нас 6 человек, подростков 2 и детей 2, да? Так, количество простающих рабочих 0 и голодных, я так понимаю, да? Да, тоже 0. Ну, радует то, что у нас пока что голодных ртов нет. Мы сейчас посмотрим. Так, у нас здесь есть амбар, склад. Амбар, я так понимаю, тут хранится вся еда, инструменты также, одежда. Теплая одежда. Вы посмотрите, как все это дело детально все описывается, да? Ну и, собственно говоря, на складе у нас будет бревна, камень, руда, глина даже и сено, да? Хорошо. Это у нас такие маленькие домики. В каждом домике живут по одной семье, я так понимаю, да? Смотрите, здесь у нас такая большая семья. Энджел. А что у нас? Информация о жителе. А, стоп. Это... А вот это вот что? Это количество показывается или что? Разнорабочий. Подросток, подросток. Или... А, нет, это походу... 28 лет, 25 лет, 1 годик. Да, это походу возраст. Ага. Ну что ж, погнали, ребята, будем строительством заниматься. Наша задача сейчас в первую очередь, конечно, мы сможем, в принципе, я так понимаю, распределить... Например, одного отправим в строительство, чтобы он строил, другого отправим, чтобы он рыбачил. Правда, рыбак он не сможет рыбачить до тех пор, пока мы не построим соответствующие здания. А эти здания находятся вот здесь вот где-то. Так, рыбацкий домик. Вот он, кстати. Слушайте, мы можем такую деревню с вами отстроить. Потом еще и не только деревню, но и крепость, да? Я, правда, не знаю, будут ли у нас какие-то там, какие-нибудь враги или еще какие-нибудь бойцы, которые захотят нас ограбить, либо... волки сожрать нас. Смотрите, сколько тут рыб плавает. Вы посмотрите, вот здесь мы как раз с вами и построим. Ать! Так, у нас есть один строитель. Это хорошо. Прекрасно, один давайте двое строителей отправим. Возобновляем игру. И у нас рыбак стоит без этого, да? Кстати, у нас есть охотник тоже. Может быть, пока что рыбака уберем. Вместо этого... Охотник охотится на диких животных. Требуется охотник... А, нам требуется охотничий дом, да? Ладно, хорошо. Тогда всех пока на стройку отправляем. Пусть они собирают, пусть они, вернее, строительством занимаются. И мы можем, в принципе, сейчас прям приказать некоторым рабочим, чтобы они очищали, например, вот эту вот территорию, да? У нас климат суровый, напомню вам, поэтому нам придется как можно быстрее реализовывать свои планы, потому что рано или поздно придет зима, а зима близко, как вы знаете. Так, профессии,
уведомления. Это у нас здесь получается. Я сейчас быстренько, ребята, разберусь. Так, добывать ресурсы. Добывать все ресурсы, да? Прекрасно. Добыть дерево. Добыть. Давайте вот тогда вот отправим некоторых бойцов, которые свободны добывать вот эти вот ресурсы. Я так понимаю, у нас теперь добычей будут заниматься все свободные ребята, да, разнорабочие. Да, это в принципе банишь какая-то. Ну-ка, ускорим. Время. Подождите, стоп. Так, этот человек, почему у него домик над головой показывается? Житель не имеет дома. Надо обязательно это дело тоже разобрать. Так, сейчас быстренько не добудет. Пошла мазута, смотрите, добывает ресурсы. Вот это да. Так, это у нас руда. Камень, глина. А глина, по всей видимости, добывается не здесь, а где-то, наверное, в карьерах, да? Если я не ошибаюсь. Хорошо, ускорим время. Нам надо еще один домик построить срочно. Дома строятся вот здесь вот. Угу. Лагуча, малый дом. А, он строится из глины. А, это такой домик, да? Нет, давайте лучше пока что маленькие домики будем строить. Там дальше больше посмотрим. Я не буду пока что сильно тратить ресурсы. А интересно, мы выровнять сможем эту землю? Потому что у нас как-то неудачненько здесь все стоит. Вот так вот. Так, у нас рыбака нет, да? Одного рыбака добавляем. Давайте двоих рыбаков добавим сначала. Пусть они занимаются рыбой. И строители уже начинают очищать эту землю для того, чтобы возвести новый домик. Потому что у нас есть некоторые бездомные. Ребят, это просто невероятная игра. Я не знаю, как убрать интерфейс. Вы посмотрите, какая красота. Это просто... Все-таки она красивее, чем Banished, да? Но мне кажется, все так же. Та же механика. Так, а здесь что у нас такое? Домик лесников. Домик дровосеков. Каменоломня. А, рудная шахта. Так, глинный карьер, да, в принципе, про карьер, помните, я вам говорил, не шахта, а карьер, да, кузница здесь можно построить. А, великолепная игра, просто великолепная. Какая я прям женщина-рыбак, а? Уважаю женщин, которые любят рыбачить. Как-то в свое время часто я ходил на рыбалку, на у нас река Урал здесь рядом протекает, проходит. Я как-то сидел, рыбачил, короче, ребята, такая ничёшная ко мне подошла, говорит, что клюет? Я говорю, вообще ли она? Конечно, клюет, пойдем. Ну, как бы, ну, я не сказал, пойдем, да, то есть, короче, она там потом дальше села и давай тоже, представьте, клюет, ёптать, а у меня не клевало. Вот это да. Там такая ничёшная, я говорю, я потом к ней подхожу, что, как там, туда-сюда? Она говорит, да, вот рыбачу, короче, типа этот. Представь, да, ребят, девушка 26 лет. Вот в наше время девушки 26 лет, да, там ходят в дискотеку и тому подобное. А там прям такая вся ничёшная. Вот это жесть. А мне было тогда, помню, 18 лет. Либо 19, 20 лет, помню. Ну, я еще тогда не был женат, и я там прям так, прям этот... Ну, прикольно вообще пообщаюсь. Девушка-рыбак, это просто жесть какая-то. Так, ладненько. Пусть они пока собирают ресурсы. Вроде бы у нас проблем нет, бездомных нет. Прекрасно. У нас, кстати, рабочих за... Просто встали. Так, ладненько. Амбар. В амбаре, в принципе, рыб хватает. Вот фруктов не хватает, да? Нам надо разнообразить, как говорится, пищу. Потому что что, мы одной рыбой только будем питаться? Нет, конечно же. Поэтому сейчас мы с вами сделаем еще что-то. Сад можно, в принципе, построить. Либо охотничий домик. Слушайте, домик охотничий можно прямо сюда вот построить. Как вам такая идея? Вот так вот. Пусть они идут и начинают возводить. Смотрите, ребята, здесь у нас медведь. Ёптать. Вот это красота. Обалдеть. Самое главное, чтобы этот медведь не сожрал наших граждан. Нет, вроде бы они пассивненько себя ведут. Так. Смена дня и ночи просто молниеносно проходит. Кабанчики тут. Уик-уик-уик-уик. Охотничий домик начинает уже возводить. Для этого сначала они подвозят сюда ресурсы. И вот-вот сейчас пойдет строительство. Женщина-охотник. Тоже то рыбак-охотник. Женщина, да, то этот охотник-женщина. Короче, я не знаю, что сказал. Так. Ну что ж,
Так, позволяет изменять охотников для добычи мяса и шкур, а также для защиты пастбищ и людей от зверей. Слушайте, лимит ресурсов. А что такое лимит ресурсов? Хорошо, нам надо... Так, количество людей, занятых данной профессией, 0. Почему 0? Интересно. Так, текущее максимальное количество людей, которые... Блин, что я двинул-то? Которые могут работать в этом строении. У нас просто-напросто тупо рабочих не хватит. Вот сюда вот отправим тогда двоих охотников. Пусть они тогда занимаются этим делом. Я так понимаю, хищные животные могут, в принципе, нападать на наших бойцов. Поэтому нам следовало, мне кажется, все-таки чуть-чуть поближе это охотничье угодье поставить, да? Хотя, ладно, домик пусть тогда там стоит. Можно, в принципе, понаблюдать, как они этим будут заниматься, да? Так, застойки есть. Давайте еще тогда сад построим. Либо еще когда-нибудь... Сначала давайте домик еще один построим. Как говорится, пора уже расширять свою деревушку. Жаль, то, что у нас здесь неровная местность. Приходится немного потрудиться. Может быть, вот так вот сделать? Нет. Так, ну здесь у нас охота идет. Слушайте, может быть, что-то есть такое, что мы можем, например, дороги мы можем, кстати, сделать, да? Тропу. Вот она что, господа. Мы можем даже тропу провести. Я не знаю, нужна ли здесь вообще тропа или нет. Ладно, пусть тогда сделают. Что нам? Тогда сделаем следующий домик и проведем тропу. Правда, нам придется потом еще стены сделать. Так, а это что у нас такое? Так, ну склад, амбар, это понятно. Второй склад можно поставить сюда куда-нибудь. Сначала, я думаю, домик нам надо еще сделать. Я хочу расширить свою деревню. Почему так все плохо, а? Может быть, действительно у нас есть какая-то функция, которая... А, вот она что! Выровнять почву, душу твою мотал. Вот она, я-то чувствовал прям. Выравниваем почву здесь прям. Да-да-да-да-да, вот так вот, хоп. Ну-ка, господа, сможете выровнять здесь почву? Так, у нас здесь уже происходит выравнивание. И у нас 22 градуса по Цельсию. Рабочих 0, которые стоят без дела. Угу, позволяет выровнять почву, да? Здесь у нас позволяет опустить уровень. Создать склон и создать возвышенность. Сначала с вами, наверное, выровняем почву. Только вот у нас сколько жителей? Клюкова, 10 жителей всего лишь, да? Я так понимаю, хватает все. И еда, и вода, и наши рыбаки. В принципе, я думаю, одного рыбака пока хватит. Одного разнорабочего оставим. Строить здание, готовить для них ресурсы. Так, ладно. У нас чувак, который будет выравнивать почву. Где он находится? Ну, кабан точно не будет выравнивать почву. Мы, походу, очень много работы дали нашим гражданам. И некоторые из них даже занимаются тропой. Но тропу вроде бы они уже достроили почти. Так, все, они уже достроили. По тропинке, получается, они быстрее будут передвигаться, и им будет намного удобнее. И вот она пошла в выравнивание. Просто прекрасно. Нам надо посмотреть количество еды. Так, у нас мясо, кстати, заканчивается. Просто очень много рыб. Рыбы. Сейчас мы быстренько выровняем. Смотрите, ребята, на ваших глазах все это дело просто воплощается в реальность. Так. Блин, какая же красота, а? Интересно, медведь будет постоянно так пассивненько вести себя? Смотри, какой здоровый-то, а? Просто красотища. Простая графика, да? Такая удобная, приятная графика. Дорогие друзья. Так, хорошо. Ускоряем время тогда. Походу мы что-то здесь неправильно делаем, да? Хотя, смотрите, такой подъем получается интересный.
Слушайте, ну по сравнению с City Skylines, где там строится все мгновенно, тут, конечно, у нас все это дело нужно ждать, рассчитывать и смотреть. Подвозится боеприпас, господи, строительные материалы. И каждый человек тоже занимается своим делом. У каждого человека... Смотрите, какая почта, да, у нас получилась. Выровняли, ёптать. Нормально так получилось, да? Все вроде бы закончили? Или нет? Давайте, ребятки, по-быстрому. Что-то у нас, конечно... Мы здесь можем тоже замок, мне кажется, построить, да? И будет все чики-поки. Нет, давайте лучше построим что-то такое, знаете, фруктовый сад, наверное. Добывать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот это да, вот это гром, вот это гроза. Ладно. Так, добыть сено. Дальше посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, что, собиратели? Собиратели тоже должны находиться в лесах, правильно? Они будут ягоды собирать, там еще что-то. И мы туда, наверное, тропу подвезем. И нам надо, кстати, уже этот амбар построить, чтобы... Ну, второй амбар, чтобы они слишком так далеко не уходили, да? То есть не тратили свое время на дорогу. А мы можем, например, рядом с этим зданием построить еще одно здание? Ну-ка, давайте, пошли. Сюда стройте. Так, у нас дорога должна еще идти. Тропинка. В принципе, она уже проходит, да, здесь? Ну, давайте вторую тропиночку сюда поставим. Вот так вот. И ускорим время. Я надеюсь, сейчас быстренько рабочие сделают это дело. Так, и нам придется еще построить... Ух ты, мы можем даже поле построить, да? Так, мы здесь уже, в принципе, все сделали. Сад. Что у нас там? Пшеница заканчивается, да? Фрукты. Давайте лучше сад, наверное, сделаем. Вот так вот. Вы посмотрите, какая красота. Нам бы еще тропиночку сделать. Вторую. Вот так вот раздали всем. Приказы. Пусть работает. Пошла мазута, смотрите, ребята. Просто господа. Ой, просто красота. Господа, господи. Блин, нет, действительно такая приятная игра, господа. Просто приятно. Так. Ну что ж. Пока что я свой город не запустил. И это радует. Это просто сильно как радует, да? Так, у нас есть два рыбака. Я можно, в принципе, одного рыбака отправить. Так, разнорабочие у нас строительством будут заниматься все свободные бойцы. Пусть они занимаются этим делом. У нас, по всей видимости, ресурсов, наверное, не хватает, да? А, здесь у нас нет рабочих. Хорошо. Уже построили, кстати. Отправляем бойцов сюда. Пусть они ягоды собирают. Можно, в принципе, еще одного отправить. Вообще не париться. Так, пошла ягода. Остановим игру. Вот он пошел, красавчик. Тащить ягоды, да? Вот так вот. То есть он по тропинке просто быстренько передвигается, это хорошо. Но нам, конечно, следует потом в будущем еще один, наверное, амбар построить, чтобы... А вот по поводу инструментов, они у нас заканчиваются. Я даже не знаю, что с инструментами делать. Нам, походу, надо плавильню какую-то построить, да? Либо... Блин, все-таки какая прекрасная игра. У нас здесь даже мельница есть. Ну ладно, седой, пока что давайте повременим. Ага, вот она что. Домик дровосека. Так, каменоломня. Рудная шахта. Вот она, кстати, кузница. Кузница, я так понимаю, производит... Ага. Блин, здесь даже есть мастерская по одежде. А вот она, кстати, плавильня. Угольная печь. И... Домик плотника. Домик плотника будет ремонтировать всякие, да, вот эти вот поломки. Он поддерживать будет. Так, здесь у нас тоже рабочих не хватает. Не хватает жителей, ребята.
Давайте тогда двух сюда отправим. Пусть они фрукты добывают. И у нас здесь показывается, что нам холодно, что ли, или что? Минус 27 по Цельсию? А, это он выдерживает, да, получается? У нас сейчас 0 градусов по Цельсию. Нам нужна теплая одежда. У нас суровые погодные условия. Лимит ресурсов 0. А что он стоит тут так? Так, у нас один рабочий бездельник. А как теперь перейти на этого рабочего? Открыть вот так вот карту, посмотреть. А что это за значок такой? А, неблагоприятное время года. Вот оно что, господа. Оказывается, вот так вот, да? Начать сбор немедленно. Мы его даже можем начинать сбор немедленно. Так, здесь у нас яблоки. Подтвердить. Ух ты! А вот она, кстати, и зима пошла. Ну уж точно, мы сейчас ничего здесь не вырастим. Хотя, стоп. У нас яблоки. А что, яблоки зимой будут расти? Вот это красота. Тут даже меняется этот. И зима появляется, и лето. Интересно, вода замерзает? Хотя это, походу, морская вода. Слушайте, прикольно, деревушка такая, да, получилась у нас? Так, ладненько. Ускоряем время. Я надеюсь, наши жители не замерзают. Нам надо что-то еще, наверное, построить, чтобы... Блин. Угу. Шалаши всякие тут. Похоронный огонь даже есть, да? Колодцы есть здесь. Ну что, давайте колодцы, наверное, построим. Занимаются, занимаются, молодцы. Так, у нас потихонечку ресурсы заканчиваются. Смотрите, господа, у нас древесина 58, минус 7 по Цельсии. Погодных... вот и волки пришли. Но пока что они не кидаются ни на кого. Прям человек с волком хорошо себя так ведет. Но, по всей видимости, Я, наверное, поторопился с этим делом. Яблони, походу, долго будет расти. Мне кажется, только весной только, наверное, пойдет, да? Но животных, конечно, тут очень много. Ну что ж, ладно, пусть тогда они занимаются мясом. Я тогда их отправлю на охоту. И мне кажется, стоит нам все-таки снять это дело. Ладно, пусть один человек тогда идет туда, а второго человека отправим на охоту. Иди на охоту. Занимайся охотой. Так, что у нас здесь? Неблагоприятное время года? А, это у нас собиратели. Тогда убираем их пока что. И отправляем их на охоту. 4 человека из 4. Потому что у нас заканчивается мясо. У нас, в принципе, есть очень много рыбы. Но вот мясо заканчивается. И это не есть хорошо. Так, охотничий домик где у нас находится? Я его немного потерял. Тропинку-то смотрите, как замело. Ну-ка. Куда он нас отведет? А, вот он, кстати, поймал. Какую-то шкуру. И 18 мяса. 8, 21, 23. Да, мясо пошло. Все, прекрасно. Самое главное мясо, ребята. Самое главное мясо. У нас сено заканчивается. У нас, кстати, безработных вроде бы нет. Один безработный остался. Тогда прикажем ему, чтобы он полностью добывал все здесь. Все, что есть, да? Не стой без дела. Как бы убрать интерфейс-то, а? Мини-карту, в принципе, можно убрать. Я ей не пользуюсь. О, вот так вот намного красивее, да? Эх, вот люди раньше жили, да? Ни интернета, ни света, и нахер это не нужно было вообще им, да? Вот так вот проснешься утром рано, в 5 утра, либо в 6 утра, вот это вот вид просто. Воздух чистый, прохладный холодок. Эх! Эх, господа, блин, так хочется оторваться от этой жизни, знаете, куда-то там в какую-то жопу мира просто, извиняюсь за выражение, просто вот
куда-нибудь забраться и все. И просто отдыхать. Затопить баньку. Эх, мечты и мечты. Блин, хочется. Вот не знаю, все вот, все мои родственники, да, все, о, море, море. А я вот наоборот люблю вот такие именно места, холодные. А, где очень хороший свежий воздух, знаете, вот так вот вышел прям утром. Их, почесав, да, как говорится, свое это. Прям на морозе так бультыкс, нырнул куда-нибудь в воду, уж, зашел домой, там в баньку попарился. Вот это вот нормально житуха, боже мой. Какое море, вы че говорите, нахер мне там море, ёптать. О, мороз, медведи, волки, романтика, кабаны, ёптать. Просто красота. Ну что ж, господа, продолжить это прохождение? Понравилось вам данное прохождение и вообще игра? И как я веду? Если да, то обязательно пишите в комментариях. Ну и проголосуйте. Прямо сейчас у вас выйдет голосовалка. Ну а с вами был Римас, это была очередная рубрика первого взгляда на нашем канале. Подпишитесь, если вы впервые, ставьте лайки. Желаю вам удачи. Всем пока. Медведь, ты что, берега попутал, что ли? Следов, правда, не хватает, да? Хочется, чтобы следы включились, кстати. Давайте посмотрим, может быть, они есть, а я их не включил. Так, музыка, музыка, туда-сюда, обратно. Отражение. Качество травы низко. Почему низко? Я же взял все у нас... А, может быть, их... А, кстати, хотел напомнить вам, ребята. У нас игра в раннем доступе. И она просто шикарная. Ладно, господа, всем удачи.